Делегации пограничных войск Индии и Пакистана договорились всеми средствами усилить обмен информацией на всех уровнях, чтобы избежать нарушений на линии контроля, сообщает в субботу издание «Индиан Экспресс» со ссылкой на источники. Переговоры глав пограничных войск Индии и Пакистана проходили в Нью-Дели с 9 по 12 сентября. Как пишет издание, делегации пришли к соглашению усилить коммуникацию всеми возможными способами и на всех уровнях, включая обмен информацией по телефону и электронной почте. Стороны также договорились провести спортивные и культурные мероприятия, а также вести скоординированное патрулирование некоторых участков границы. Сегодня был подписан совместный протокол переговоров, который наметил будущую дорожную карту сотрудничества между двумя пограничными службами. Обе стороны договорились, что следующие переговоры пройдут в первой половине 2016 года в Пакистане, цитирует газета сообщение индийской пограничной службы. Ранее по инициативе Пакистана была отменена встреча между советниками по безопасности Индии и Пакистана, о которой премьер-министры двух стран договорились во время саммита ШОС в Уфе. За ней должны были последовать встречи глав пограничных войск и командующих армиями, на которых стороны планировали обсудить меры по поддержанию мира и порядка на границе. В настоящее время в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ, армии двух государств разделяет линия контроля. Индия обвиняет армию и спецслужбы Пакистана в поддержке борющихся с оружием в руках за отделение региона мусульман. Исламабад эти обвинения отрицает. В результате перестрелок на линии контроля гибнут как военные, так и мирные жители по обе стороны границы.